преддверии празднования юбилея Великой Победы в молодежном центре открылась передвижная фотовыставка «Фронтовой портрет. Судьба человека». На них отражено все – и злодеяния оккупантов, и героическое бесстрашие, которые проявляли воины, сражавшиеся с нацизмом в Великую Отечественную войну. 1418 дней перевернули жизни десятков миллионов людей. Все это нашло отражение в мемуарах, журнальных статьях, художественных и документальных фильмах. Но они были бы неполными без фотографий военных лет. На данной выставке у нас представлены фотографии людей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, ветеранов наших замечательных, которые дожили до сегодняшних дней. Конечно, с каждым годом ветеранов все меньше и меньше, но память о них хотелось бы сохранить надолго. И вот эта выставка прекрасно показывает то, насколько жители нашего города помнят и чтят своих родных и близких. В экспозиции приняли участие более 40 саровчан. Все они принесли военные фотографии своих предков и приложили к ним биографию героев. А кто-то на выставку предоставил оригиналы военных документов, медали и ордена. Целый стеллаж у нас посвящен тоже людям, которые воевали в годы войны. Есть очень интересные документы, вот если их вынуть, дай посмотреть, то есть подписаны и Сталиным, и многими другими главнокомандующими именно тех лет. Выставка продлится до конца мая. Посмотреть ее может любой желающий без возрастных ограничений. Экспозиция постоянно пополняется. Если у вас остались фотографии военных лет, их можно принести в молодежный центр. Там они займут почетное место на стеллажах. Подробности по телефону 9-91-08. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.